региональную площадку по компетенции сухое строительство и штукатурные работы. Желаю участникам успехов. Пусть победит сильнейший. Аплодисменты. В строительно-промышленном колледже Волжска открыта первая региональная площадка чемпионата WorldSkills Russia по компетенции сухое строительство и штукатурные работы. Международный эксперт Екатерина Орлова отметила, что площадка подготовлена замечательно. Участники физически крепкие, профессионально подкованные и психологически стойкие. За 3 дня они отработали 18 часов. Это большая физическая нагрузка, но ребята справились. Студентам из строительно-промышленного колледжа и Ишкарлинского строительного техникума предстояло собрать конструкцию из металлического профиля, обшить ее гипсокартоном, заделать стыки и зашпаклевать. На 3-й день соревнований ребята украшали поверхность молдингами из гипса и выполняли творческое задание в свободном стиле. На церемонии награждения все 8 участников строительно-промышленного колледжа получили награды. Первое место по компетенциям – облицовка плиткой и сухое строительство и штукатурные работы. Второе место по компетенциям – кондитер и кирпичная кладка. 3-е место по компетенциям – облицовка плиткой и сухое строительство и штукатурные работы. Поздравляем!